Всім вітання, отже, це Україна-24. Дякуємо, що обираєте саме нас. Не забувайте підписуватися. І традиційно, як і завжди, щотижня, саме сьогодні, саме у цій порі, з нами Євгеній Кисельов, абсолютно добре вам відомий, зірка нашої журналістики. Євгеній Олексійович, рада вас привітати. Здравствуйте. Я теж рад вас привітати, дорога Анна. Евгений Алексеевич, ну, хотелось бы, знаете, поприветствовать вас чем-нибудь приятным и радостным, но поприветствую вас очередной жутью и мутью от Лаврова, который, отвечая на вопрос, касающийся заявлений Зеленского о том, что в Украине попросту не может быть нацизма по той причине, что у него самого есть еврейская кровь, так вот Лавров ответил, что ничего это не значит. Потому что у Гитлера тоже была эта самая еврейская кровь, да, ну еще много чего наговорил. Что это все значит? Это, слушайте, это просто очередной бред человека, которого как только не величают, да, все эпитеты не буду сейчас произносить, или это уже, знаете, нескрываемый такой антисемитизм российских элит? Ну, вы знаете, я на самом деле давно уже стал полушутя, полусерьезно. Я в данном случае не преувеличиваю и не пытаюсь там выставить себя лучше, чем я есть. Но я давно уже стал называть Лаврова Сергеем фон Риббентроповичем. Я думаю, что первый раз я вот так вот пошутил уж года 3 или 4 тому назад, когда он стал регулярно выступать с заявлениями, которые бы действительно... в кавычках, украсили бы уста бывшего гитлеровского министра иностранных дел. Так вот, я на самом деле советовал бы господину Лаврову, если его можно еще называть господином, почаще смотреть на последнюю фотографию Иоахима фон Риббентропа и задумываться над своей дальнейшей судьбой. Она может быть чрезвычайно печальна. Если кто не понял... Риббентроп закончил жизнь на виселице в Нюрнберге. Ну, слава богу, мы живем в более гуманные времена. Эта гуманность, впрочем, не распространяется на российское руководство, на российское государство, на российскую армию, но в худшем случае господина Лаврова, я думаю, ожидает судьба другого гитлеровского преступника – Рудольфа Гесса, который умер в пожизненном заключении в тюрьме Шпандау, уже, можно сказать, практически в наше время, во всяком случае, при моей жизни. Понимаете, с одной стороны, они готовы говорить любую ерунду, лишь бы сказать что-нибудь такое, что оправдывает их действия, оправдывает вот этот вот лозунг денацификации, под флагом которой Россия совершила агрессию против Украины. Но, с другой стороны, у этой истории ведь на самом деле глубокие корни. Смотрите, если называть вещи своими именами, антисемитизм в последние десятилетия советской власти 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы был своего рода неформальной такой вот полуподпольной религией советской номенклатуры. Партийного, государственного и КГБшного аппарата. Это никогда не декларировалось в открытую, но антисемитская политика проводилась весьма активно. Ну и кроме того, партийные и государственные боссы, весь практически партийный государственный аппарат, разуверившись в идеалах коммунизма и, в общем, уже с кривой усмешкой разговаривавший на тему о том, что вместо обещанного в 1980 году коммунизма в Москве состоятся Олимпийские игры, при этом начал верить в разного рода теории всемирного жидомасонского заговора, всемирное правительство, про то, что всем рулят масоны, евреи и так далее и тому подобное. И это в некотором смысле закладывалось в политическое и идеологическое
воспитание будущих советских кадров, в том числе кадров, которые должны были впоследствии служить в МИДе, в КГБ, в других организациях. Вот, например, я очень хорошо помню, что когда я учился в МГУ в конце 70-х годов, вдруг неожиданно у нас в Институте стран Азии и Африки был в срочном порядке введен курс теории и практики международного сионизма. Вот он не был вообще предусмотрен учебной программой, но вдруг, я не знаю почему, но по какому-то очень серьезному распоряжению с самого верха, я так полагаю, что из ЦК КПСС, нам в учебный курс была добавлена вот такая вот неожиданная дисциплина. И преподавал ее нам человек по имени Юрий Иванов. Такая вот, знаете ли, имя и фамилия ничего не говорящие. Почти что там Иван Иванович Иванов. Так вот этот Юрий Иванов был на самом деле в узких кругах номенклатурных очень известен как вот такой вот неформальный лидер и идеолог антисемитского крыла, если угодно, в советской номенклатуре. Он занимал там какой-то высокий пост в международном отделе ЦК КПСС или в идеологическом отделе ЦК КПСС, я точно не помню, но вот засоряли нам мозги всякой вот такой вот ерундистикой. Слава богу, часть наших студентов и ваш покорный слуга в том числе знали, слава богу, цену всем этим антисемитским историям и теориям, но часть, к сожалению, воспринимала это всерьез и, возможно, дальше как некое руководство к действию. Смотрите, в 1946 году в январе в Киеве был процесс над немецкими военными преступниками. И затем, не помню, на одной из площадей, по-моему, на Крещатике, была публичная казнь, их всех повесили. Немецкие военные преступники. Это, повторяю, январь 46-го года. Им прежде всего вменялись в вину массовые казни граждан еврейского происхождения. В Киеве, в Бабьем Яре и на других, в других частях оккупированной Украины. Через два года, в январе 48 года, по личному приказу Сталина был убит Соломон Михоэлс, выдающийся советский режиссер и актер театральный, который был председателем еврейского антифашистского комитета, созданного во время Второй мировой войны, который сыграл очень важную роль в сборе средств для советской, ну, в ту пору еще Красной армии, пользуясь своими связями в иностранных еврейских кругах, в том числе среди еврейских финансистов в Америке, в Европе. Прежде всего в Америке, конечно, потому что большая часть Европы была оккупирована, но Швейцария все же оставалась, Испания оставалась, Португалия оставалась. Было где собирать деньги. Вот Михоэлс и товарищи, члены еврейского антифашистского комитета, занимались тем, что собирали очень большие средства для покупки оружия, боевой техники для советской армии. Их отблагодарили, Михоэлса убили, а почти всех членов еврейского антифашистского комитета арестовали и расстреляли в 52-м году. Ну и было еще совершенно антисемитское по своей сути дело врачей, которое развалилось только благодаря тому, что весной 53-го года Сталин умер. А дело Михоэлса в 48-м году стало точкой отсчета, если угодно, таким триггером, спусковым крючком, продолжавшейся несколько лет антисемитской кампании, которая называлась борьбой с буржуазным космополитизмом. И под сурдинку вот этой самой борьбы развернулись в Советском Союзе самые настоящие
антисемитские репрессии, антисемитские практики. То есть, вот смотрите, они защищали евреев в прошлом, вот защищали, заступались там за убитых во время войны гитлеровскими оккупантами евреев. И там, казнили виновников в 46-м. А тут же начинали бороться с евреями в настоящем. И это такая штука, в общем, которая тянется в наше время совершенно не случайным образом. Совершенно не случайным образом. Знаете, вот есть такая теория, что вот Путина можно обвинить в чем угодно, но он не антисемит. Потому что у него друзья евреи. Типа братья Ротенберги. Угу. Да, вот и Роман Абрамович. Ну, это известно, что оправдание, классическое оправдание любого антисемита. Какой же я антисемит, у меня лучший друг еврей. Кстати, вот эта вот история про какую-то там еврейскую кровь, которая текла якобы в жилах у Гитлера, это фейк исторический, который давным-давно уже серьезными историками опровергнут. По сути дела, это часть такой вот грязной, постыдной теории, которая кое-где еще всплывает в наше время. Я имею в виду теорию о том, что будто бы Холокоста вообще не было, будто бы никаких массовых казней, лагерей смерти, ничего этого не было, это все придумали сами евреи. И вот там, частью этих теорий является утверждение о том, что не могло это быть, потому что даже сам Гитлер был там на какую-то часть евреем. Вы знаете, я вам могу просто процитировать удивительную вещь. Лавров, оказывается, тут абсолютно не один. Есть вот совершенно свеженькое высказывание. Так, кто там еще отличился? Глазев, академик, министр экономики Евразийского экономического союза или сообщества, я уж не помню, как это, ЕАЗС расшифровывается, ЕАЭС. Ну, в общем, короче, этот самый пресловутый таежный союз, куда нас в свое время тянули в 2013 году накануне Майдана, накануне революции достоинства. Так вот, вы, если не читали, держитесь. Ой, поделитесь. Держитесь крепко. Цитата. Так. Стратегия Зеленского, выполняющего волю Ротшильдов, заключается в уничтожении мужчин Украины об русское оружие с целью создания новой земли обетованной для избранного народа. В этих условиях Россия спасает народ Украины от рабства. Новые власти Украины, возможно, попытаются заселить Донбасс евреями. Нынешними жителями земли обетованной заменят русских, от которых юго-восток страны будет зачищен. Вот. Евгений Алексеевич, мои глаза, вы, если бы вы видите сейчас вообще, я не знаю, они расширились просто, да, невероятных масштабов. Но слушайте, это я не знаю даже как, каким словом это характеризовать. Это вот публикует в своем телеграм-канале небезызвестный Алексей Алексеевич Венедиктов, в прошлом главный редактор многолетней радиостанции «Эхо Москвы». Вот цитирую источник. Mm-hmm. И вот еще одна цитата, которая существует так же, как видео. Можно в Ютубе его найти. Фрагмент выступления Карена Шахназарова, кинорежиссера в прошлом, а ныне одного из главных путинских пропагандистов. Вот он выступает в компании таких же негодяев на канале «Россия-1». И вот, опять-таки, кавычки открываются. Противники буквы «Z» должны понимать, что их не пощадят. Тут уж все по-серьезному. Концлагеря, перевоспитание, стерилизация. Вот так вот. Нацисты к
кто угодно, только вот не пропагандоны, у которых крыша поехала. Вот, Евгений Алексеевич, то есть там полная стерилизация вот такое, совести если вот такое, и мозга. Да. Если вот такое показывают по Первому каналу российского телевидения, да, которым, кстати, руководит человек по фамилии Добродеев, лично мною в прошлом там неоднократно замеченные в скрытых, но достаточно жестких антисемитских настроениях, то ничего удивительного нет в том, что и Лавров вот такие вот вещи говорит. Я вам, знаете, что расскажу вот из своего личного опыта. Когда-то, в конце 80-х годов, когда я был совсем молодым журналистом, мне удалось поехать в командировку на 2 недели в Израиль. Тогда еще не было дипломатических отношений. И тогдашний наш главный редактор Эдуард Цагалаев, в то время чрезвычайно такой популярный перестроечный журналист, был страшно этому рад. Он говорил там: Евгений, поезжайте, это замечательно, нам нужно наконец рассказать людям, что такое Израиль на самом деле, про которого до этого рассказывали чуть-чуть, что это там страшно, страшно агрессивная страна со страшно реакционным режимом. Ну вот я туда съездил, я снял там полдюжины репортажей, которые были показаны в разных программах центрального телевидения, прошли они на ура, а потом выяснилось, что и у меня, и у моего главного редактора, и там чуть ли не у некоторых руководителей центрального телевидения СССР серьезные неприятности на самом верху. В ЦК КПСС, потому что там нашлись могущественные, влиятельные партийные аппаратчики, которые посчитали, что мы совершили вот подготовкой и показом этих репортажей какое-то чуть ли не государственное преступление. И пришлось потратить немало сил на то, чтобы вот этих людей, что называется, поставить на место, победить, если угодно, пришлось выходить там на уровень политбюро. Вот поверьте мне, вот, искать помощи и поддержки у Александра Николаевича Яковлева, покойного, который был правой рукой Горбачева и которого называли архитектором перестройки. Вот только, может быть, благодаря его вмешательству это удалось погасить. И заметьте, к вопросу о силе антисемитизма. Берлинская стена рухнула в 89 году. Германия объединилась в 90-м. Варшавский договор прекратил свое существование там тоже где-то вот между объединением Германии и падением Берлинской стены. Отношения дипломатические между СССР и Израилем были восстановлены только буквально там за 2 месяца до распада СССР. Только после того, как уже провалился путч в Москве в августе 91 года, после того, как Украина провозгласила свою независимость, после того, как Прибалтика ушла в свободу на все 4 стороны, до последнего сопротивлялся вот этот вот тайный антисемитский клан внутри советского партийного руководства, до последнего не хотел восстанавливать нормальные отношения с еврейским государством. Это обо многом говорит. И я абсолютно уверен, что нынешняя элита, которая родом, так называемая, разумеется, элита, которая родом из вот этого самого бывшего КГБ, где, повторяю, антисемитизм был руководством к действию, тайной религии. Вот все эти Патрушевы, Бортниковы, Путин вместе с ними, они воспитаны тоже вот в этом самом духе. И вот все это дерьмо сейчас полезло наружу. Всплыло и воняет на весь мир. Вот что я вам по этому поводу хочу сказать. Так что это все не просто так, это все очень серьезно. Но это, кстати, на самом деле и хорошо.
в результате вот всех этих антисемитских высказываний мы неизбежно обретем значительно более последовательного союзника в лице государства Израиль, потому что там сейчас, насколько я знаю, страшный шум, гам. Да-да. И там сейчас представители общественности и политики, и депутаты Кнессета, все перебивают друг друга и говорят, что вот, пожалуйста, значит, с этими людьми мы дело иметь не должны. И эти люди, которые допускают такого рода публичные высказывания, на них рассчитывать как на союзников, как на людей, которые помогут решить Израилю свои сложные проблемы безопасности, повлиять там на каких-нибудь экстремистски настроенных арабских лидеров или на Иран. Совершенно расчеты на это, на мой взгляд, абсолютно наивны. Я абсолютно уверен, и я, кстати, об этом говорил публично в интервью израильским журналистам, что, на мой взгляд, эти расчеты наивные. Соединенные Штаты, союзник Израиль, Израиль – союзник Соединенных Штатов, и рано или поздно в России нынешние руководители обязательно пошлют привет Соединенным Штатам, устроив какие-нибудь проблемы, какие-нибудь сотворив гадости, поспособствовав каким-нибудь новым угрозам безопасности еврейского государства. Потому что такова была на самом деле фундаментальная линия Советского Союза в прежние времена. Боролись с Израилем для того, чтобы тем самым создавать проблемы с Соединенным Штатом на Ближнем Востоке. Да, Евгеньевич, ну, конечно, то, что вы говорите, безусловно, Израиль возмущен, это мягко так сказать, возмущен. И вот то, что вы говорите, воняет, воняет действительно на весь мир, мерзостно просто, пахнет это все. И самое страшное, это то, что вы сейчас так объемно и очень рельефно показали, что вот эти самые жуткие тренды, присущие советской системе, да, вот эта тайная религия, сумасшедшая абсолютно, они, я не скажу, что они возродились, потому что, исходя из того, что вы сейчас рассказали, и на собственном опыте в том числе, пережили, да, вот, значит, с этими репортажами, которые вы делали, то они не умирали, не отмирали. Просто сейчас эти тренды снова становятся магистральными. Вот в чем беда, вот в чем ужас. И я вот смотрю сейчас, я слушаю вас, параллельно смотрю, значит, на российский сегмент соцсетей, там, на телеграм-каналы, и действительно, все в этом тренде сейчас пытаются дружно зашагать, начиная от Глазева, о чем вы рассказали, до Маркова, ну, в общем, все политологи, эксперты, там, и звезды шоу-бизнеса, все теперь на эту тему считают нужным высказаться. Это, конечно, жутко. К чему это все приведет? Большой вопрос. Спасибо, Евгений Алексеевич. Отже, це була перша частина нашої розмови. Вже завантажуємо другу частину. Ось вона буде. Ловіть.